Вот суки. Они на нас наши здесь мирные, блядь, скопились. Кто вот она назад? Ребешка, обыватели, да? Да. Дальше. Пошли. Нет. Я съезжу. Видели, что мы людей переводили, блядь, и начали сразу накрывать, пидорасы. Я же тебе говорю, они не с нами воюют, они с народом воюют, пидорасы. На перехранитель. Посмотри туда. Давай. Давай, если курить, будем выходить сюда, полицейский. Доски. Прямо недалеко. Ну да, если так присядем. Дальше. Здесь, если близко упадет, волной накроет всех. Парни, внизу не курите. Да не курим мы здесь. Куда попадает? Подбили они, получается, вот в эту пятиэтажку, что стоит. Ага. Только они с той стороны по ней бьют. И вот здесь девятиэтажка сразу на перекрестке. Вот по этой девятиэтажке накрывают. А вот эта машина стоит, это все ваши или есть гражданские? Здесь машины? И гражданские машины, конечно. То есть кто-то остался? И дома, наши, да? И гражданские. Да, люди не хотят уезжать. Многие не хотят еще уезжать. Вон пацаны воду тоже людям понесли. А так там еще есть люди, которые... Конечно, вот этот дом полностью, подвалы забиты людьми. Полностью. Я же говорю, вот ребята на свой страх и риск бегают, им воду носят, еду носят, потому что там есть бабушки, которые уже не ходят. Там наши стоят, там тихо. Вот сейчас били по этому дому, только с той стороны. Вот здесь вот в подвале живут люди, он вещи сушат. Потому что в подвалах очень сыро. Спать тяжело, вещи мокрые. Можем зайти даже. Мы почувствовали, мы как спустились в подвал, все мокрые сразу стали. Да, а там люди, прикинь, там бабушки, дедушки. Вот так еле дышат вообще. Все живые. Я живые. Есть света? Ну света понятно, что нет. Света нету. И да, там люди живут, то же самое. Вот так вот тут люди живут, смотри, вот они. Сюда ходись. Стекла посыпались. Да. Ой, посыпали. Дома это не радует нас. Доброго дня вам. Вот тут люди так и живут. Здравствуйте, родненькие. А вы кто? Как вы? Свои, мать. Что, пока? Мы пришли сюда показать, как всему миру, что с вами происходит. А то они, уроды, про самолеты показывают, а про нас забывают. Брат, в планово попали, да? Там дальше. Не подстань. Порохом воняет, да. Ужасно. Сходим туда, нет? Медик. А? Куда? Сюда. Куда ты хочешь? Не, сейчас на выход. Хорошо, понял. У меня ощущение, что мы в камеру привлекаем слишком много внимания. Вот сюда вот попало пока что мира. Вот даже видно будет, мы проходили, ничего не было. Минуту и двигаем вперед. То, что сейчас может быть опять, если нас устрессовали, эта точка пристрелена. Смотри. Вот раз попадание, вот два попадания. 3, 4, 5, 6. Посними машину. Стояла машина, ребята. Я ее на том пути снимал целую, ты покажем как раз. Вот была целая, стала. Вот дом. Только что дом был целый. И вот это ж мы спрашивал я про поводу гражданской машины. Или нет, тогда гражданская машина стоит. Гражданская машина, которая стояла, она вот стояла. Только что тут все было целое,
Люди и продуктов побросали, текали. 30-й калибр, с БМП они жахали дом, 9-этажку, проходит насквозь. Так, ну насквозь что? Насквозь прошивали дома. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все, давайте, братья, спасибо, удачи. Держите.